Они вписали свои имена в историю страны выдающимися достижениями в культуре, медицине и общественной жизни. Встреча президента Владимира Путина с первыми в своих областях гражданами России прошла в Кремлевском дворце. Захарьяев Герман Рожбилович, президент регионального благотворительного общественного фонда поддержки горских евреев «СТМЭГИ». Президент одной из первых и крупнейших в России общественных некоммерческих организаций горских евреев благотворительного фонда «СТМЭГИ» Герман Захарьяев за заслуги в налаживании межнациональных отношений и за сохранение культуры родного народа получил пятиконечную звезду из серебра с эмалью и позолотой. Орден Дружбы вручается в России с 1994 года. В иерархии государственных наград он занимает второе место после Ордена Почета. Опыт, мудрость, авторитет и сегодня помогают им служить делу укрепления российской государственности. В ее основе сплоченность нашего многонационального народа, большой вклад в упрочение доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. В это, безусловно, важнейшее дело вносят свой огромный вклад представители традиционных религий России. Одним из главных достижений Германа Захарьяева стало внесение новой памятной даты «День Победы над фашизмом» 26 яра в еврейский календарь. В 2018 году по решению Кнессета День спасения и освобождения 26 яра был внесен в календарь государственных праздников Израиля и с тех пор отмечается во всех странах мира, где есть еврейская община.